Инструкция по сборке автоматического палетоупаковщика ПЗО BPW-2000. Рядом с основанием с поворотным столом, установленным на ровную горизонтальную поверхность, расположите все заранее подготовленные сборные детали установки. Установка двигателя. Установите электродвигатель поворотного стола на посадочное место и наденьте цепь на звездочку вала двигателя. Вставьте крепежные болты в отверстие основания двигателя и закрутите, не затягивая. При помощи двух регулировочных винтов подтяните основание с двигателем таким образом, чтобы цепь натянулась, но не до предела. Оставьте ее слегка ослабленной. Затяните 4 крепежных болта основания двигателя. Протащите кабель питания электродвигателя в отверстие в каркасе основания к месту установки колонны. Установка колонны. Установите колонну с установленным внутри мотором механизма подъема-опускания каретки на ее установочное место на основании обмотчика. Вытащите внутрь колонны кабель питания двигателя поворотного стола. Закрепите колонну 4 болтами к основанию поворотного стола. Установка защитных элементов. Закройте цепь кожухом и закрепите его при помощи винтов. Установите на электродвигатель поворотного стола защитный кожух и закрепите его винтами в 4 местах. Установка каретки на колонну. Для удобства монтажа в корпусе каретки предусмотрено отверстие для первичной установки на болт, который уже предустановлен в подъемном механизме колонны. Установите каретку на ее посадочное место на колонне. Вставьте остальные 3 болта в отверстие в колонне. Затяните их и верхний посадочный болт. Подключение кабелей питания и управления. Соедините провод мотор-редуктора каретки, провод фотоэлектрического датчика и датчика натяжения пленки с помощью пин-разъемов. Зафиксируйте кабель на корпусе каретки при помощи зажима. Подключите разъем кабеля питания и управления электродвигателем двигателя поворотного стола к соответствующему разъему в клеммном блоке. Закройте нижнее отверстие колонны металлическим кожухом и закрепите его винтами. Уложите кабель в кабель-канал и закройте его крышкой. Закройте дверцу блока. Установка стойки для рулона и самого рулона с пленкой. Установите стойку для рулона с пленкой на каретку. Закрепите ее на 3 болта. Установите полиуретановую установочную вкладку внизу стойки. Вставьте рулон и установите полиуретановую установочную вкладку сверху. Установите крепежную втулку на стойку и зафиксируйте ее при помощи стопорного винта. Заправка пленки в механизм протяжки. Отмотайте около полуметра пленки. Заведите конец пленки в ролике протяжного механизма согласно схеме, расположенной сверху корпуса каретки. Рядом с кареткой, снизу и сверху на колонне, на блоке ограничителя местоположения, размещены блоки-ограничители для регулировки амплитуды перемещения каретки по колонне. После проведения монтажных работ и проверки питающего напряжения, оборудование готово к запуску.